каждый творец пытается для себя ответить на этот вопрос. Признание коллег, ну, тут всегда ревность, зависть, трения всякие, потому что по ходу работы много приходится тереться друг от друга, слишком близко соприкасаясь, а большое, как известно, видится на расстоянии. Любовь публики, конечно, работаем для людей, и без них мы обойтись не можем, но когда видишь, кого порой эта публика любит, от какой дешевки она, наверное, заходится в экстазе, одобрение критиков, ох, что бы они понимали. А вот настоящий успех... Настоящий успех – это когда тебя признает твой родной русский язык. В Москве есть институт. Институт русского языка, академический, исследовательский. И туда приглашают настоящих поэтов, настоящих писателей. Записывают на магнитофон для истории. Солженицын там был, а в 66-м в начале пригласили Высоцкого. Большая чашка кофе, которую Высоцкий опрокинул себе на рубашку, а потом 3 часа парился в пиджаке. Ну, публика интеллигентная. И каждое слово взвешено, дабы не навредить, дабы осталось в истории. А потом ученые подарили ему книгу Ахматовой, последнюю, «Бег времени». Коня привередливая, очень мужественная, мужская песня, исполняет Светлана Зверева. Я колени своих нагайкою стегаю, погоняю, чтоб воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом пропадаю. Мы успели в гости к Богу.
постою.